Thank you.
Так ты поможешь нам, Мистий? Вряд ли ты работаешь на дельца. Я бы не стал это скрывать. У тебя проблемы с дельцом, Дамалис? Возможно. Мой постоянный клиент изменился. Он был достойным человеком, но сейчас... Похоже, достойных людей в Коринфе немного. Мне нужен кто-то, кто сможет узнать, почему он изменился. В чем причина? Он тебя пугает. Он задает вопросы, а я не могу ответить. О деньгах. Где мы держим драхмы? На что Антуса их тратит? Можно подумать, мы аристократы. Антуса не может помочь? Ну уж нет. Я не подставлю других под удар. Потом он придет и за ними. Скорее всего. Ему нужны ответы. А каким он был раньше? Навязчивым, но не пугающим. Он всегда предпочитал, чтобы вместо него говорили деньги. Похоже, что-то придало ему смелости. Посмотрим, что он мне расскажет. Если он не шныряет здесь, то сиди дома. Ты с ним поговоришь? Да. Мое копье обычно развязывает людям язык, даже упорным. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Надеюсь, меня никто не заметит. Можешь осмотреться? Всегда рады.
Вот и ты! Тише! Что ты здесь делаешь? Решила помочь Дамалис управиться с ее безумным клиентом. Ясно. Но помни, это не игра. Поняла? Знаю. Ты никогда не даешь мне повеселиться. Я пойду к клиенту Дамалис и поговорю с ним. Я была тут, подслушивала. Он бормотал что-то под нос. Странный. Но, может, его слова тебе помогут? Что там? Так, сейчас. Он говорил что-то о встрече у свинарника Фэй. Сегодня. Это полезно? Может быть. Что за встреча? Он должен забрать документ о праве на землю, кажется. Это интересно. Что еще? А, он назвал имя. Динамен. А кто это? Хорошо. Спасибо тебе, лазутчица Феба. Неплохо, а? За дело. Запоминай. Я его отвлеку, а ты проберись в дом и обыщи там все. Я не подведу. Славно. Если заметит, беги со всех ног. Потом встретимся. Хорошо? Я готова. Идем. Я тебя знаю? Нет, но я знаю тебя. Если тебя прислал Мирон, передай, что я заплачу. Сегодня вечером. Я не от Мирона. Нужно поговорить. Я знаю, ты что-то... Что-то? Не понимаю, о чем ты. Тебе меня не подловить. Свинарник Фэй. Ты сегодня там с кем-то встречаешься. Откуда ты знаешь? Неправда? Все не так. Ты получишь документы. На землю. Уж не знаю для чего. Лазотчик, что еще ты знаешь? Выкладывай! Динамен будет зол, если ты сегодня не придешь на встречу. Как? Что тебе нужно? Я знаю про Дамалис. Ты ее клиент. И ты что-то замышляешь. Я люблю ее, пойми, всем сердцем. Но она тебя боится. Лучше я, чем другой, более беспечный. А не послушаюсь, меня убьют. Это не любовь, а слабость. Можно подумать, я не знаю. И он это знает, вот и заставил меня. Кто тебя заставил? Я больше не буду. И мне жаль. Ладно. Хайра, старик. А.
Посмотрим, что тут. Так, что это значит? Что это? Кошель? Вещи у него так себе. Зачем богачу этот мусор? Вдруг ему только заплатили. Такую кочергу я уже видел. У него нет очага. Зачем она ему? Это оружие или орудие пыток. В Факиде один тип ей орудовал. Здоровый. Вроде дельца? Делец и был. Прочитай письмо. Жуть. Написано, ослушается, пожалеет. Я так и думал. И еще. Он должен привезти Дамалис в один дом в Каринфе. Вот, смотри. Что это за место? Не знаю, но я разберусь. Я с тобой. Не надо. Иди к Дамалис и жди меня там. Ну, пожалуйста. Ты сделала достаточно. Это опасно. Я найду тебя позже. Ладно. И вот еще. Держи меч. Он из его дома. О, ты хороший вор. Дом, куда отведут Дамалис. Тюрьма? Я разберусь. Нужно быть осторожным. В этом месте шла речь в письме. Есть кто дома? Кровь. Много крови.
Прядь волос. Смутно знакомый запах. Малака. Что это? Цепи? Масло? Зачем они тут? Ага! Ах ты, проныра! Кто тебя прислал? Что ты тут делаешь? Я хотела помочь. А ну не лезь! Феба, беги! Больше ни шагу. Смотрите, кто к нам пришел. Хочешь порки? Делец это мигом устроит. За это он будет гнить в Тартаре. Ханжа, мы в Коринфии. В комнате для утех можно все. Главное, чтобы делец был доволен. Ты болен, как и он. Делец уделяет особое внимание тем, кто ему по вкусу. Я скажу, что ты пришел сам. Это я уделю тебе внимание. Ты сдохнешь. Что еще? Ты сдохнешь! Алексиос, твоя подруга уже тут. Вернулась. Да, я срезала дворами. Прости, Алексиос. Ладно, ты хотела как лучше. Я хотела пробраться, как тогда? Тебе повезло, учитывая, что я там нашел. Что случилось? Я побывал у дельца в комнате для утех. И ты могла попасть туда же. Нет. Да, твой клиент привел бы тебя туда. Вот что мы нашли. Что это значит? Что делец добрался до него. От него и правда не скрыться. Но теперь я знаю, как с ним справиться. Я знаю его планы. Он тебя больше не тронет. Он обещал. Значит, мы можем тебе доверять. Меня так просто не напугаешь.
О, Афродита! Скорее бы вернулась к Лио. Зачем призывать богов, когда к твоим услугам их посланник? Откуда ты знаешь? Антуса просила тебе помочь. Клио, одна из девушек, утром не пришла на молитву. И дома ее нет. Я могла бы ее поискать, но вряд ли справлюсь одна. Ее могли похитить. Я спрашивала. Один клиент видел, как ее вели на корабль. Люди с оружием. Он не стал вмешиваться. Я щедро заплачу, чтобы ее вернуть. С оружием? Где этот корабль? Я верну Клио. За мной. Кто мог ее забрать? Люди-дельца не впервые похищают наших девушек. Кое-кто щедро заплатит за твою голову. Никто из Гетер не исчезал вот так. Все боятся стать следующими. Трошишь, ты ж болит. Каринфа плохая репутация, но это лишь сейчас. Здесь было тихо. Пока, делец. Мы не знаем, почему он тут, но в Каринфе стало опасно. Элла! Об этом корабле говорил клиент. Прошу, спаси Клио. Come on!
назад. Я хочу тебя спасти. Спасти? Ты преступник. Убери нож. Мы не враги. Ты это о чем? Ирина прислала меня, чтобы вызвали тебя от этих людей. Ирина? Я наняла этот корабль, чтобы меня увезли из Каринфа. Так ты в бегах? Почему? Ты не знаешь, как делец обходится с людьми. Это ужасно. В Каринфе мне не скрыться. Ирина думает, ты в плену. Она беспокоится. Тогда пусть позволит мне сбежать. Даже Антуса уже не может нас сберечь. Она не согласна. Мисси, прошу. Мы шли к Миконосу, там безопасно. Помоги мне, и получишь деньги, что причитались команде. Ладно, так и поступим. Сойдешь на берег, как доберемся до Миконоса. А пока располагайся. Спасибо, Мисти. Так будет лучше, поверь. Что-то есть. Можем поднять на борт. Капитан! Готовьтесь Что случилось? Где Клио? В безопасности. Это главное. Что ж, она сбежала. И вряд ли вернется. Спасибо. Я передам Антусе. Завтра мне предстоит молиться одной. Но ведь она в безопасности. Даю слово. Thank you.
Я видел твое объявление на доске. Чем помочь? Ты же Мисти, о котором говорила моя Антуса. Тот, кому она благоволит. Твоя Антуса? А она об этом знает? У нас с ней особая связь. Жаль, она этого не понимает. Ей приглянулся кое-кто другой. Да ты что? Писательница шепчет Антусе пустые слова. Говорят, даже не приносит ничего в дар. Она использует ее. Но что могу сделать я? Вот если вдруг найдется повод избавиться от этой писательницы, тогда Антуса все поймет. И ты просишь убить ее? Единственный выход — убить ее. Я справлюсь. Только не мешкай. Я вернусь, когда все будет сделано. А? Попробую найти. Ah!